Ну чё, Хрюндер, я тебе скажу, мы с тобой вообще молодцы такие. Один бриллиантик вроде удачно так продали. Сейчас полетим в Париж, погуляем, оттянемся. Ну а там, глядишь, бандюганы про нас и забудут. Надеюсь. Остальные брюлики, кстати, в кукле спрятаны. Там что, так что там все надежное-то. Законспирировано. Да, жалко только вот лохматый куда-то там в Австрию к своей какой-то родственнице свалил. Ой-ой, смотри, а это же наша сборная по футболу. Небось на чемпионат мира в Барселону намылились. Надо было нам тоже в Барселону валить. Мужики, я же говорю. Так, стоп, а билетики-то где? Мои билетики-то где? Ой. Вон они. Фу ты, господи, вон они. Ты это билетики лучше к себе положи, а то видишь, у меня карман как оттопыривается, трусит. Крюдель, беги быстрее, гориллы нас нашли. Пустите, пустите меня, быстрее, быстрее, допустите, там гориллы меня, пустите скорее! А, мне-то куда же мне, куда? Ай! Черт, блин, рюкзак забыла! Эй, такси! Автолюбитель! Стой! Быстро! Шеф, гони! На север, юго, запад, на восток! Куда, гони быстрее! Фу, что ли, пронесло пока? Ой... Ой, а что это за хрень? Что это такое за... Это не мой рюкзак, блин, ну ёк-каламане! Фух, а чё это за тапки, чё это за валенки? Это... Блин, это же счастливые бутсы футболиста Шершавина, слышишь? Блин, ну без них он точно ни хрена не забьёт в Барселоне, блин, чё сделать-то, а? Ну блин, попадалово, ну вообще, давай, шеф, давай, крути баранку, давай на вокзал. Не иначе как придётся в Испанию терпелить. Спасать отечественный футбол, чтоб его. Ну ё-моё, последние деньги этому автолюбителю отдала, а? Кровосос. Тебе придётся, не знаю, что делать. Придётся проводника искать, как-нибудь уговаривать его бесплатно взять. Полезет ведь гад со своими волосатыми руками. Обломается. Дорогой, уважаемый, обожаемый, прям-таки товарищ господин проводник, не будете ли вы так любезны мне как-нибудь оказать помощь и отвезти меня в Варшаву на халяву? Я понимаю, конечно, что наглая просьба, но может что-нибудь придумать, скажите, пожалуйста. Ну-ка, отвали-ка. Не, ну что значит отвали? Я, в принципе, отработать же могу. Я, конечно, без интима, но что-нибудь можно сделать, можно там поработать как-нибудь. Ну, если только радио подвинуть мне. Тогда можно быть, конечно. Ну и все, мне пару дел надо. Насыпь табаку мне в кисет и почисти чайник. Тогда может быть, конечно, да. Ой, ну это я могу, это я точно сделаю. Давай, договорились. Так, для начала отвертка нужна. Бе, фу, какая гадость, брать ее нафиг. Тут что-нибудь может быть интересненькое, даже полезненькое. Но голыми руками я эту проволоку не смогу открутить. Ну и мордасла. Мона Лиза, Джоконда, Анаконда. Продавца-то, видать, замели. Фу ты, господи, это Чебурашка. Чебурген Чебуратор. Магазинчик здесь. Thank you.
клубе звезд стоит. Может, они это, погарипоттерить? Есть такой глагол? Фонари батарейка должна быть, точняк, иначе не фурычит. Вот тут бы нож... Господи, страшно представить, что этим чайником делали. Господи. Ну кто ж чемоданы так без присмотра? Ну офигеть, блин, все кнопки подколупывали. Дюмелые ручки. Не, херня, так не получится. Тут сначала нужно кнопки собрать и распихать по местам. Не, ну где... Ну чё за... Даже и не думай. Тут без кнопок, чё, вообще? Вот, ты ковырь ее теперь, выколупывай. Вопрос только вот чем бы, а? Ой, да ты молодец. О, давай, садись тут. Ну, спасибо тебе, Гаврила, огромное. Ты смотри, если тебе до Берлина, я тебе, кстати, могу в багажный пристроить. О, крутняк, давай! Только ты мне тогда за это чемоданчик с матрешками контрабандный передашь продавцу в Берлине. Идет? По рукам, говорил, пошли загружаться. Давай, залазь, подам тебе чемоданчик. Фига себе тут бардак. Ой, фу, черт, Гаврила. Оставил мне на сиденье. Цирк тут что ли едет? Здравствуйте. Фу, ты еще одно пугало. Ты кто такой? Меня зовут Глист. Я профессиональный безбилетник, типа халявщик. А-а-а, ну привет, коллега, я Масяня, контрабандист мартышек, матрешек. Ну тогда сразу к делу, тут, короче, в соседнем вагоне ресторан. Давай я поваров отвлеку, а ты раздобудешь что-нибудь пожрать на дорогу. Ну давай, давай, Глист, просочимись, раз уж пошла такая пьянка. А то нам с тобой придется этого тигра жрать по дороге. Или им у нас. Итак, лезем в соседний вагон еду воровать. Проблема, полосатый монстр на пути. Решение, отвлечь чудовище чем-нибудь и быстренько проскочить к двери. Вот так. Мне так ничего не выйдет. Даже и не думай. Это, наверное, нужно долбануть чем-нибудь тяжелым, чтобы его открыть. Не, ну-ка. Блин, да эта гиря 1000 кило весит, я не могу ее убрать. Вот если только сдвинуть чем-нибудь, вот такого скользкого чего-нибудь добавить бы. Деревяха, плотно сидит, дарава, не вытащить. Ага, ну-ну, может мне еще нырнуть туда за якорем? Ну конечно, позапирали.
Волшебная палка одноразовый для превращений. Что-то в этой фразе говорит не о стране производителей. Волшебный... Ишь ты, друг, какой угрюмый. Прям вылитый Кашпировский. Здорово, костлявенький. У тебя ведь наверняка найдется, чем тигра отвлечь, а? Надо в ящик вот этот залезть. Чё-то мне это и... Даже и не думай. Да ну ты чё, у него на морде написано «Ветеран каннибализма и масяниедства». Заперто, завалено, блин, той. Как бы ее выдрать-то? Добрый день. Как бы ее выдрать-то оттуда, блин? Вот бы что-нибудь такое привязать, крючку к этому, а потом кляк дернуть. Вот. Фига себе, чувырлок. Ящер превратился в сало? Я тебя сплю вообще. Чё-то мне не хочется ящера сала. Свой ящер. Ну вообще, конечно, может и пригодиться, видите. Ну так сало-то так-то не пролазит. Его растопить, наверное, надо. Не, ну что попало, куда попало, тыкать-то не надо. Сяня, скорее иду и си. Я поварам сказал, что машинист пирожком отравился. Они побежали отмазываться, вернуться с минуты на минуту. О, ну дружище Глист, я смотрю, тут прямо офигенный банкет готовится. Наши желудки такое пропустить просто не имеют права. Ну нет, я лучше сама тогда все приготовлю. Но на банкете уж мы оторвемся по... Вот как пожрали, так разбросали все. Как готовить в таких условиях? Ага, водичка уже на месте. Опа, плита-то еще горят. Ну это, сначала же надо узнать, что они тут готовить собрались. Ну не свинухи ли, а? Все заляпали. Ну, раз есть разделочная доска, значит, нужен.
А чем его открыть-то, газ ты этот, чертов? Мда, птичка-то больно пухлая. Надо ее разрезать чем-то таким. Вот. Вот так вот жрешь, жрешь, а потом тебя жрут, жрут. Хе-хе, сиди пока там, где сидишь, красотуля. Вот как пожрали, так... Ну и конёчки. Ну плиту-то включить сначала. А-а-а, караул, пожар, еда горит. Нифига толкового из этого. Блин, небось сгорело все вообще на... Ну почему? В рецепте же написано тушить при температуре 200 градусов, но ты при ней тушила. Очень смешно, Гриф. Ну главное, вроде блюдо готово типа. Только одеты мы с тобой, Гриф, как-то, блин, хреново, мягко говоря. Надо какие-то шмотки поискать. Тут что-то было такое, что на скелет одевали. Надо поискать и приодеться. Ну-ну-ну, это ж для мужиков! Нет, ты чё, я это не один! Нет, ты чё, я это не одену! Ну чё, где мне этого хмыря-то искать? Матрёшка с балалайкас! From Russia with love, перестройка! Матрёшка с балалайкас! From Russia with love! Эй, мужик, эй, сувенир! Матрёшка с балалайкас! Матрёшка с балалайкас? Эй, не, у меня теперь посылочка! Чемоданчик от Гаврилы! Тихо! Пойдём со мной в магазинчик, там разберёмся! Ты там пока сядь вон там! Сейчас я чеку там тортик! Ну ладно, чеку там, окей! Я чё, прав? Чё за прикол? Открывай обратно! Эй, ты хмырь безмозглый! Что за хрень? Фига себе! Ты там не дёргайся! Закрыт всё надёжно! Сиди, не рыпайся! Вечером приду, будем жениться! Во! О, блин, непруха какая, а! Вообще просто труба! То какой-то вагон со зверьём, то теперь магазин с маньяком! Надо как-то отсюда валить срочно, пока этот хмырь не вернулся! Значит, такс, план такой. Уматывать отсюда нафиг, пока этот дебил не вернулся, а то чует мое сердце. И прям живиться захочет. Бе! Фу.